рюкзак Джордан, рюкзак, сумка, то есть баул такой, можно использовать и носить как сумку спортивную для фитнеса, и можно использовать как рюкзак. Лямки имеются, если не нужно, отстегиваем их, заправляем, чтобы не болтались. Ну, отстегиваем полностью и становится сумкой без ущерба для комфорта. Ручка переноски, тут эти с прихваткой ручки. Да, ручки, если используем как рюкзак, можно ручки отстегиваем и прячем их в боковинке. Боковинки как карманы, как пряталки для ручек. Закрывается. Так вот носится. Такое вот решение. Сверху есть карман под мелочевку. С нижней части, если как рюкзак рассматриваем, есть отделение на молнии с увеличением объема, такое процентов на как минимум на 50 увеличение для сменки либо для экстренного необходимого большого объема, можем наполнить и в сумку не нести в руке, а нести в сумке. В общем, дополнительных 50% объема как минимум примерно. Вот. Такой практичный по цвету и решение оригинального трансформации из рюкзака в сумку-баул для фитнеса.